Всем здорово! Вы на канале Работа Мечты, а это я, Саня, и сегодня с Серегой. Здорово, Серега! Здравствуйте. Здравствуйте, да. Сегодня с Серегой будем тут немножко копошиться. У нас август, если помнишь, мы убрали пшеницу на этом поле. То поле мы тоже подготавливаем потихонечку. Будем что-то мыслить, думать. И у нас... А подожди, а если у нас август, то мы можем посеять канолу. Че, может, как сразу канолу посеем? На продажу. На следующий год. Почему бы... Да, мне кажется, зачем нам канола? А зачем нам что-то другое? А что давай нам нужно? Подсолнух сеять. Подсолнух сеять? Ну давай подсолнух. Но это тогда ждать придется до следующего года. Ну хорошо, смотрим. В общем, ребятки, смотрите, что какие у нас планы. Планы такие. Раз мы подсолнух будем сеять, и это хорошо. Это хорошо, но для того, чтобы посеять подсолнух, нам нужно будет подготовить наши поля и немножечко поспать. Вот это четвертое поле у нас, получается, сейчас культивируется. Посмотрим, что у нас по поводу... Так, мульчирование у нас сейчас проходит на третьем поле. Вот это четвертое уже замульчировано, и оно сейчас культивируется. Вот это третье сейчас нужно закультивировать, получается, и, в принципе, удобрить. И все, по факту. Ну, наверное, тогда над этим и будем работать. Да, у нас получается третье еще даже не удобрено. Четвертое вроде как на один раз удобрено. Сейчас мы его типа удобрим второй раз. В общем, смотрите, у нас какое. Сейчас культивируем третье поле. Ну, ухаживаем за животными там параллельно. То есть вот третье, десятое. И подготавливаем к зимовке поля. Погнали, в принципе. Че, Серега, погнали? Погнали. Все, вперед! We'll be right back.
start to sail on these ocean waves. Nobody knows, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Used to rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Ну что, ребятки, культивация завершена. Это хорошо. Пришлось купить еще один культиватор. Такой вот большой, чтобы ускорить процесс. И, в принципе, все довольно неплохо. Закончили. У нас тут сейчас будет удобрение происходить. Пока что, пока мы тут
поставим все на место. Пока то, пока все. У нас машинка удобрит. Вот, что дальше у нас? В принципе, у нас все животные сыты, здоровы. Это не может не радовать. Единственное, что нам нужно сейчас сделать... Да, в принципе, у нас подготовка прошла успешно довольно. Ждем весну. Ждем весну. И будем весной уже сеять подсолнечник. Зарабатывать на этом немножко денег. Может быть. Я, правда, не знаю, есть ли смысл в этом. Можно, конечно, в масло это все перегнать и продать уже подсолнечник в виде масла. Ну, посмотрим. В общем, придет время, когда еще вырастет, пока уберем. Тру-ля-ля и вот это все. Рано или поздно это... Придем к этой мысли. Что-то подумаем об этом. Так, что дальше у нас? Дальше у нас... Ой, здравствуйте. Так, дальше у нас, в принципе, мы сейчас идем спать. Усердно дрыхнем до весны. Хотя, в принципе, подожди, у нас не дрыхнем до весны. У нас же тут есть такая штука, называется 328 тысяч литров пшеницы. Пока что цена не самая высокая. Вот это колебание цен вообще, по-моему, полная шляпа. Но якобы в декабре, в прошлом году, была типа высокая цена. Какая будет в этом году, вообще просто, вообще не ясно. Не то, что немного не ясно, слишком не ясно. Для чего вообще этот график роста, колебания и всего остального цен существует? Крайне непонятно. А почему у нас, кстати, вот этот молодой человек тут что-то о себе не придумал, что дальше делать, слышь? Да, тут удобрял, доехал до края. Работу не закончил, пошел есть. Праздник, и... может, какой? Праздник, Рамадан, я не знаю, что-то. Пора. Пришла пора идти обедать. За этот... Война войной, обед по расписанию. Все верно. Хотя 15.03. Ну, может, у человека, ну, обед в 15. Поздний обед. Этот второй обед, третий завтрак. Может, он болеет, у него поджелудочная, ему надо 4 раза в день питаться. Угу. Я понял, началось вот это вот. Так, ну что, хорошо, моем сейчас все это, ждем хорошую цену и... Я вернусь через 2 секунды, когда будет хорошая цена, поедем продавать пшеницу, посмотрим, сколько сможем заработать с этого. Скоро буду, не переключаемся. Так, ну что, у нас есть 300 с копейками тысяч литров. А, кстати, Серега, там вроде как яйца по отличной цене, может, съезди и продай в закусочную, там уже целая куча, почти 50 тысяч литров. Вот, так что мы сейчас будем вывозить... пшеничку. А куда мы ее будем вывозить, вопрос. Пшеничка, самая лучшая цена вот тут вот. Ой, нифига себе, это где? Ага, это в той стороне. Хорошо, ну что ж, давайте сейчас быстренько вывезем, посмотрим, сколько денег удастся заработать.
Так, ребятки, ну что, яйца и пшеница вышли у нас, получается, вот на 650 тысяч. Или если мы посмотрим в отчет, то мы увидим, что у нас продана техника, ой, доходы от продажи урожая почти 500 тысяч, без 3 тысяч. Ну и у нас было какое-то количество тысяч. То есть, грубо говоря, мы, например, можем вот так вот сатыгу отдать. А, и все, да? Нет, мы еще можем еще пол ляма отдать, чтобы не капало. Да, то есть мы будем должны 2,5 миллиона. Но это уже хорошо. Вот 2,5 миллиона, полтинничек у нас еще остается. Потихонечку, потихонечку мы все это отдадим. И будем уже потихонечку за... Нам главное, чтобы что? Чтобы костюмчик сидел, чтобы сейчас уродил урожай. Мы-то могли и ячмень продать, но ячмень для курей. А куры, мне кажется, принесут больше денег. Хотя какую-то часть мы можем продать. Потому что у нас как бы ячменя-то ни хрена себе 450 тысяч. Но это ладно. Я думаю, что с куриц мы больше денег заработаем. Поэтому пусть пока будут. Пусть пока едят. Пусть несут яйца. Яйца мы будем продавать. Зато у нас уже есть корм. Ну и на этом, в принципе, все. Будем заканчивать. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо Сереге за помощь. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, жмите колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Ну и переходите по ссылкам в описании на второй канал. Там все, всякие страшные и не очень игры проходим. И заскакивайте к нам в Discord. Всем всего хорошего, до новых встреч. Пока.